Как всегда по средам, вас приветствует посредник. Я Павел Гайд, и это 220-й выпуск. Для вас песни, видео, интересная информация и кое-что еще. А пока идет программа, мы можем общаться в комментариях этого видео. Смеется жизнь, как зеркало, с улыбкой посмотри, и тогда уже в груди не сердце бьется, а сияет солнце у меня в груди, напевает мне о том, что счастье есть, и диктует мне слова, что станут песней. Это радость жить сейчас и здесь, это радость жить с тобою вместе. Но бывали дни, была печаль видна у меня в глазах от горького ответа, и тогда сияла из груди луна, согревала мою душу до рассвета, напевала мне, что где-то счастье есть, диктовала мне слова, что станут песней. Это радость жить сейчас и здесь, это радость жить с тобою вместе. Всегда в груди моей кружится диск, и мелодии души сплетут, возможно, и закружат вновь по кругу мою жизнь. Сейчас это радость быть с тобою, моя Анна. Это счастье жить и не уйти так рано. Это счастье есть у нас. Сегодняшняя программа посвящается 25 января, самой по себе замечательной дате. Ведь это и Татьянин день, и день студента, и день рождения легендарного Владимира Высоцкого. 25 января – день памяти святой мученицы Татьяны. Родилась святая Татьяна в Риме в 3 веке после рождения Христа. Родители ее были богатые и знатные граждане, которые в то же время были и тайные христиане. Источником о Татьяне в России является житие святой, написанное Дмитрием Ростовским в 17 веке, в котором повествуется, что при императоре Александре Севере Татьяна была схвачена и приведена в храм Аполлона, где ее пытались заставить поклониться статуе этого бога. Но Татьяна вознесла молитву Иисусу Христу,
и случилось землетрясение, которое разрушило статую Аполлона и обрушило часть храма. После этого Татьяну подвергали пыткам, но следы мучений исчезали с ее тела. Мученическая смерть Татьяны произошла 12 января 226 года. Светлая память. После того, как 12 января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского университета, Татьянин день стал праздноваться ежегодно. Ныне это 25 января по новому стилю. Вначале это был только день рождения университета, а позднее это стало праздником всех студентов. Поздравляю всех Татьян и студентов с праздником! Как известно, бывших студентов не бывает. И я, и мои однокурсники с удовольствием присоединяются к этому празднику. С радостью показываю вам видео, которое я приготовил к юбилейной встрече выпускников архитектурного факультета 4 года назад. Ах, телега ты моя, вдребезги разбитая, ты куда везешь меня, всем позабытая? Мой коняга так устал, сонная дорога, колокольчик зазвучал, переливы трогая. Диги-диги-дон-дон-дон, встает рассвет, будто путь не длинный, и звучит его сонет. Музыка старинная, рысью пальмой поскакал, быстрая дорога, колокольчик все звучал, переливы трогая. Незаметно листья в небо унесло налетевшим ветром. Солнце спряталось у слез, мокрая дорога, колокольчик все звучал, переливы трогая. Диги-диги-дам-дам-дам, диги-дам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 , диги-диги-дам-дам-дам, диги-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам, диги-диги-дам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 . Время бессильно, когда речь идет о легендарных людях, чьи имена остаются навсегда в нашей памяти. 85 лет назад родился великий советский русский актер, поэт, бард Владимир Высоцкий. Его роли в театре и кино, его песни стали легендарными уже при жизни и до сих пор трогают сердца миллионов поклонников. Светлая, добрая память. Я не смею исполнять его песни. Это святое. Редко кому удавалось приблизиться к его энергетике исполнения его песен. Тем более не хотелось бы нарушать авторские права, используя записи с Владимиром Высоцким. Но любимые строки должны прозвучать. Когда вода всемирного потопа
вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь. И растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания. И думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву, я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я дышу. Если вам нравятся мои программы и песни, пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой видеоканал. Оказать поддержку можно здесь. Еще. Я продолжаю знакомить вас с музыкальным проектом Сонга. Всем привет! Сонга – это не только музыкальные уроки. Это развивающаяся платформа для уроков гитары и вокала, сочинения песен и продвижения творчества, рисунка и графического дизайна и многое другое. Сонга – это индивидуальные уроки в Берлине или дистанционные уроки при помощи онлайн-приложений для детей и взрослых, для начинающих и не только. Подробная информация на сайте songa.eu. First time in my life.
Let it be, let it be, let it be.
На этом моя программа подошла к концу. Мы не прощаемся надолго. Через неделю мы увидимся с вами вновь. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире. Ваш Павел Гайд.